Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф. Мы продолжаем играть в Oxygen Not Included. И здесь происходит у нас что, собственно говоря? Мы справились, относительно справились с углекислым газом. Он у нас теперь периодически перерабатывается аэрскрабером нашим. Что хорошо, нам надо уже задумываться о том, чтобы вот эту воду начать перерабатывать где-то. Где-то надо начать перерабатывать эту воду, да. Надо дальше прорывать дорогу. И в перспективе нам надо бы новых чувачков поднанять, грубо говоря, да. Ну да, посмотрим. С едой у нас вроде пока проблем нет. Тут нет еды. Тут не выбрано вообще, что готовить. Ну, давай вот эту штуку. На все деньги. Ладно, у нас с едой пока все норм. Можно особо не усердствовать. Здесь я тоже ничего не выбрал. Ну, ладно, пускай пока здесь поготовит. Там пускай не нет. В холодильнике что-то ничего нет. Почему вы сюда складываете? У меня же есть холодильник. Давай мы в холодильник сделаем приоритет. Чтоб еда-то у нас не портилась, правильно? Здесь вот эта тварюка какая-то мелкая все ползает. Хач! Хач какой-то лазит. Ты кто такой? Давай, до свидания, слушай. Что-то там лазит. Плотность гидрогена тут растет, хорошо. Здесь у нас с кислородом довольно-таки все неплохо. Мои ребята вообще не стрессуют. Они просто железобетонные нервы. Просто железобетонные. Ну или просто потому, что декора, ну, завались. Total декор 60, 70 и так далее. Тут все прекрасно. Здесь тоже с ним все прекрасно. Здесь даже на готовке все прекрасно. Вообще везде все прекрасно практически с декором. Где мы постоянно что-либо делаем. Так, и что-то я тут изучаю. Ага, давление всякое такое. Окей. Пускай пока что по мере возможности изучают. Во, все, в холодос таскали, отлично. А то стоит тут рефрижератор наш. И что-то как-то не особо работает. А, ну можно просто сделать вот так, 4. А здесь приоритет 5, да? Оп. Чтоб сюда не таскали. По идее, туда будет более приоритетное. Ну, я думаю, надо сюда уже как-то зарываться. Сюда зарываться. И уже как-то что-то думать. Единственное, что меня смущает, так это то, что тут загрязненный какой-то воздух, по всей видимости. И надо, наверное, какую-то очистку сюда бахнуть. Чтоб нас не захлестнуло, да? Давай, наверное. Это загрязненный, по идее, воздух, типа того. Его надо будет очищать. Давай вот эти две штуки нам сюды-сюды. Туды-сюды поставь. Здесь у нас есть очистка, здесь будет очистка. И здесь уже просто зароемся сюда. Здесь надо будет проложить лестницу. Также здесь вон какая-то рыбина все. Какая-то воздушная, непонятная. Поговорил ли кто-то в комментариях, по крайней мере, говорил, что там внизу где-то лава есть. Ну да посмотрим, я думаю, так или иначе. О, жди, он тут что-то качает у нас. А, пускай откачивает. Так, давайте другие помпы проверим. У нас энергии просто дофигища. А, но, фабрикейшн. А чё оно все сбросилось-то? А, ну тут обновку накатили. Вроде как русский язык появился, но он очень коряво пока сделан. И с ним играть что-то дико тормозит. Но русский язык есть, но пока что не особо-то и нужен уже. Но есть. Что приятно. Может, со временем включу его, но пока что он дико кривой. Я думаю, поправят со временем. Так, окей, ребятки работают. Давайте, мы тут... Ага, вот это установили. И теперь давайте, наверное, сюда будем просто зарываться. Давай посмотрим. Клей, слайм... Что за клей вообще? Ну ладно. Я думаю, вот так вот просто зароемся сюда. Чик. В идеале, чтобы тут ничего не обвалилось. Как-то так. Главное, чтобы они тут у меня не передохли. Ну почему так криво? Я протестую. Давай вот так. Давайте, ребятки. Тут сейчас пойдет не очень хороший воздух. Поэтому давай, наверное, вот эту штуку включим. Я им не ставлю пока что душ. У них есть тут лаватория вот эта. Ее, в принципе, хватает.
Потому что, ну, вода — это слишком ценный ресурс, чтобы его разбазаривать, ну, просто так. Здесь он откачивает. Отлично. Вроде справляется, вроде качает. Уже приготовили? Серьезно? Ну, давай еще. Такс. Фигаш, ты идет процесс. Ну и, соответственно, так, переработка отсюда куды? Куда потом нам вывести? Ну, по идее, куда-то сюда надо вывести. Или вот сюда. Сюда, я не знаю, мы сможем провести. Ну, по идее, сможем, чё бы нет. Чё бы и нет. Вообще, вот здесь вот так вот раз-раз-раз и сюда. По идее, звучит хорошо. Единственное, что трубы здесь проложить будет проблемно. Может быть, и сюда сделаем. Такс. Чё, мы будем тут что-то делать, не? Давайте немножечко им приоритета, наверное, подкинем. Там на семерку. Займитесь. А то неведомо чем занимаются. У нас уже вот эти вот хранилища заполняются. Так, ладно. Пускай поспят и с утречка как-то ко всему этому приступают. С едой у нас все норм. Пять человек, стресса пока что у них особо нет. Здесь я хотел еще сделать какой-то медицинский отсек в идеале, а здесь потом будем расширять, воровать и делать больше народу. Просто надо, чтобы все прям вот конкретно устакадилось. И тогда будет все совсем супер. Так, давай вот эту штуку отключим, харе. Работать. Это нам уже кислород фигашит в большей мере. Здесь у нас переработочка идет. Ну, по идее, тоже пока что не надо. Сейчас соберется углекислый газ. И потом от этого будем плясать. Так, давайте вот только не утопать здесь. Окей. Мне еще какие-то хитро выбученные блоки нужны для того, чтобы сделать вот это вот. Бличстоун. Этого бличстоуна что-то ни черта тут нету. Нигде просто. Слайм. Всякое не пойми чего есть, а вот бличстоуна этого нет. Так, тут какого-то зараженного воздуха нет. Я просто боюсь, когда вот это есть хлынет, чтобы как-то вот эти наши справлялись. Чтобы было все хорошо. Так, харе, ну-ка, что там? Давай пока что всех сбросим. Чтобы она как бы на уши не действовала. Почему вот отсюда вы не забираете это все? А то у нас вода в перспективе-то будет заканчиваться. В какой-то далекой перспективе, но да будет заканчиваться. Поэтому давайте. Вроде не должны падать топиться, по идее. А, давай скорость-то увеличим в самом-то деле. И производство еды еще бахнем. Ну там, будет время, чтобы нет. А, тут закончилось. Так. Мил, ага. То есть мы тут мало чего можем. А вот это... А тут и есть 2000 чего-то там. Ну, давай здесь поготовь. Ух ты ж сразу. Ать-ать-ать-ать. Смотрите как. Ать-ать-ать фигашит. Это жрет тут же. А, кстати, у вас столовки до сих пор нету. О, беда. Но тут грязная вода. Я хотел еще где-то там столовку сделать. Так, отлично. Вот сейчас они начнут стрессовать, потому что я их во всяком дерьмище заставляю, конечно, тут ползать. Но что поделать. Здесь, наверное, переработку поставим. Есть такое подозрение. Здесь я все-таки хочу в итоге угольный этот генератор. Но пока что вообще просто нет как бы в нем нужды. Вот это давай собери и вырый. И вот здесь вот вырыть надо. Прям вот так. Хотя можно пока что запустить даже.
чтобы вот это откачало дело. Как-то так, я думаю. Окей. Да, здесь повалило теперь всякая пакость. Можно и вот эту штуку активировать. Так, ребятки. А здесь, кстати, еще что нам надо? Тайлы вот эти разместить. Не дает проходить. Так, вот эти тайлы. Скорость. Они по ней быстрее бегают. Но немножко минус декора. А, и здесь тоже run speed. Декор минус 5. Не знаю, давай вот этих блоков фиганем. Пусть будут. Посмотрим хоть что, как они выглядят. И здесь тоже это все заделаем. Так, подожди, сейчас у нас углекислый газ, он, по идее, сюда вниз идет, а здесь перерабатывается. Отсюда еще и отсюда прется. Так, жди, а тут что у нас? Никак не достроите. Я не понял, а почему? Ну и кто у нас там харвестом промышляет? Немножечко надо промыслить. Само собой. А чё вы сюда впряглись? Чё, заняться больше нечем? Или очень глубоко для вас? Так. Вот чё-то, слушай, они странно выглядят. Я боюсь, что он будет жидкость пропускать. Давай вот это уберем. Походу, они и газ, и жидкость пропускают, поэтому здесь, наверное, это не лучший вариант ставить. Здесь, наверное, все-таки вот так. А здесь уже поставим очистку воды. Так, а где у нас очистка вообще? Парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Мы ее вообще изучили? Изучили. Че, пищим? Так, здесь откачка. Завязывай. Disable. Здесь норм. У меня такое ощущение, что я им глубоко. Не могу туда забраться, что ли. Или что, в чем проблема, ребята? Чем угодно занимаются, только не лезут туда. Возможно, глубоко. Возможно, именно проблемка-то в этом. Где у нас переработочка? Где у нас переработочка? А, вот он. Агрегат по переработке. Давай, наверное, вот так. Электроэнергией запитать. Я не знаю даже. Может быть, вот тут лестницы не хватает. Для пущего счастья. Давай. А здесь на 8 аж. Лезьте поглубже. Можете, не? Как мне отсюда воду-то добывать, если вы как бы не лезете туда? А? По-моему, для них глубоко. Блин, а что делать? Где-то тут помпу ставить, потом, если что, переставлять. По всей видимости, так, если они сейчас туда не полезут. А все, походу, как бы намекает на то, что они туда не полезут. То нам придется что-то выдумывать. Вот это включить. Очень быстро скапливается, как бы, тут гидроген этот весь. Да, стрессуха начала копиться. Стрессушка начала копиться в честь этого, по всей видимости. Так, ну, давай немножко так. И сейчас здесь будем где-то размещать. Так, раз, два. Такс. Такс. Здесь. Подожди, вот эти блоки. Ну, я так понимаю, вот эти блоки все-таки.
и жидкости все на свете пропускают. А, здесь этот мешает, окей. Давайте сейчас здесь мы организуем что-то, чтобы им стрессуху снимать. Все-таки, да, сказывается то, что они вот здесь вот поработали. Давай мы сейчас им сделаем место для того, чтобы стресс снимать. Здесь всякий декор и так далее, чтобы им там приятно было время проводить. А потом уже будем дальше тогда зарываться, пока что это не совсем приоритетно. У нас только в основном один кто-то застрессовал. Квинси. Прямо так вот он стрессанул конкретно. Да, они походу все на свете эти блоки пропускают. В описании вроде написано, что... do is not abstract. Или наоборот не пропускают жидкости газ. Ну окей, в любом случае поставим. Посмотрим. Есть ли профит. Квинси, где у нас Квинси, слушай? Чё ты стрессуешь? Тебя что-то не прикалывает здесь работать, по всей видимости. Посмотрим, проходит ли. Да, проходит. Все проходит, отлично. Такс. Нам надо, чтобы здесь вообще как бы циркуляция была какая-никакая. Через один блок же вы умеете прыгать или нет? Подожди, наверное, нет. Не будем изощряться. Так, а тут из чего вы решили строить вообще? Из всякого не того, чего надо, как обычно. Так, все, камон. Да, Квинси у нас вообще стресс полюбил просто. Здесь они, походу, ни черта не могут сделать, потому что глубоко. Ну ладно. Так, подожди. Вот это у нас просто сейчас воду переводит. Отключаем. Здесь газ откачивает, в принципе, хорошо. В принципе, хорошо. Нам пока житель не нужен. Холодос у нас довольно-таки полненький. И да, им кухонку надо все-таки организовать. Это да, это важно. Ну а здесь мы ставим массажные столы. Раз... 2 и 3. И также в декор угораем, чтобы им тут было комфортно массажироваться. Вот прям по полной комфортно, слушай. Еще сюда фикус можно этот поставить. Я не знаю, у нас есть, правда, что туда посадить нет. Мы тут доизучили такие. Ну, мы уже практически все изучили. Давай дальше продолжай изучать. И вот это нам приоритетно. Ты прикалываешься. Хотя вроде всего хватает. Вот это все у нас приоритетно. Потому что одного парня у нас точно надо как бы от стрессухи-то лечить. Квинти прям застрессовался в доску. Сейчас заодно и посмотрим, а нечего посадить. Так, странно, что совсем нечего. Вот это можно вырыть. Давай. Сразу задекорируем, чтобы им там классно отдыхалось. А, они так могут пройти, отлично. Теперь, по крайней мере, могут. Не, да, это, походу, все пропускает. Но туда пошло. Здесь откачка идет. А, давай выключим. Здесь они что-то никак не уберут, слушай. Прям принципиально, что ли. Такс. Research completed, понятно. Че он с кислородом? Ну, кислород же вроде вырабатывается, че вы паникуете. Вот здесь вот давно не включали, надо бы подкачивать. Так, а сюда мы Квинси нашего направляем. Прям обязательно. Все. Кайфуй. Кайфуем! Да, Квинси лишь один у нас стрессовик.
Он пукает тут люто. Ах ты ж пердун злостный. Из него прям всю дурь выбили, походу, да? А здесь что у нас? Готовка как бы не? Или, походу, нечего, да? Давай, короче, не будем изощряться. Сделаем вот этого дерьмеца. Ешьте. А здесь еще вот это посадим. Что у нас тут в плане декора получается? Уже неплохо. Тут еще картинки намулюют, и будет совсем все хорошо, я думаю. Так, ну и здесь надо уже что-то как-то придумывать. Надо сначала стрессуху полностью снять. А Квинси у нас за что отвечает? Где он успел так настрессовать, слушай, а? Креативный парень, ты, слушай, креативил и стрессовал? Интересно. Так, ты еще и генератор. О, тут вообще один накрутил уже 21 поинт у него. Слушай, он прям лютый. Это Шон? Шон у нас лютый? Шон лютый просто. Смотрите, как он фигашит. У него же там уже ноги, наверное, толще шеи. Там бицухи, присухи везде повсюду. Он просто крутит колесо. У нас тут в дерьме зато в это выросло, окей. Так, здесь очисточка работает. Ну тут загрязненный откуда-то, конечно, поднимается. Но так, что-то его не так много. А здесь что-то прям очень много скопилось. Смотрите, как он все откачивает и откачивает. Ну все, у нас только Квинси стрессовал. Так, все норм. Картинки будем рисовать, нет? А, Квинси же у нас и рисует. Он сейчас... как бы занят. Медитирует, лежит. Отлично, в любом случае. Так, что у нас по готовке? Немножечко приготовили. Нифига себе, шустро. Ну, давай еще в запасик. Так. Ну и тогда все-таки беремся. Беремся за откачку. Тут еще вон всякие эти появились у нас вещи, пока что нам не нужны. Давай вот эту помпу вот сюда организуем. К ней энергию подведем. Так. Так. И так. Как-то так получается, слушай. И приоритет мы сюда хотя бы шестерку дадим. Вот так вот. Давайте потихонечку делаем, потихонечку организовываем этот весь процесс. Так, что у нас со стрессухой? Со стрессухой все норм. А, ну все, он уже как бы сюда и не лезет. Давай Квинси. А, нет, сейчас они тут этим займутся построечкой, прокладочкой. Потом мы берем вот эту тему. Отсюда выкачка пойдет, само собой. Такс. Само-то собой, а как тут с этой не пересечься? Ну, по идее, вот так. Это газ. Это не страшно. И вот вход. Ну, вот тут, скорее всего, они не достанут или достанут. Ну вот Квинси тут стрессует из-за того, что они, конечно, во всяком дерьме колупаются, им тут воздуха не хватает. Ну ладно, разочек пострессует, потом стресс как-нибудь доснимем. А он сразу Квинси пошел муливать. Тут у нас еще еда подоросла. Давай. А то водичка здесь уже немножечко как бы заканчивается, мы ее будем отсюда добывать. Так, и здесь тут вот, тоже еда. Здесь уже кто-то собрать успел, или это просто окочурилось? Одно из двух. Да, здесь вообще углекислого много. У нас тут LG-террариум стоит. Кстати, что у нас там LG? А у нас его особо и нету, но это что-то особо не заканчивается. Тут этот мулюет просто, мулюет со страшной силой. Да, вот он, ему не понравилось, что он в грязной воде налазился. Как бы, а у нас помыться... Ну, лаватория есть, туалет, ну, душ я пока не организовал, придется, наверное, душ организовать, слушай. А то что-то как-то не очень доволен таким исходом дел. Ну, душ, наверное, где-то здесь надо. Может, вот тут вот здесь это буду организовать.
Надо придумать. А то они сейчас будут стрессовать на эту тему, что все в дерьме излазили. Текс, давай. Давай мы тоже приоритет сделаем, уже чтобы, ну, сделай дело, гуляй смело. Уже уж чтоб доделали, как бы норм. И не было бы к вам претензий. Так, вот отсюда грязная вода сюда полилась. Так, ну еды у нас много, слушай, 30 тысяч. Это вам не шутки. Здесь собрали еду, вот здесь только вот это не собрали почему-то. Это тоже по возможности соберите, чтобы оно тут не валялось. По декору здесь довольно-таки все у нас хорошо. Хавать хочет, спит, жрать хочет. Чё тут вдруг, а? Такс. Здесь прям откачка нон-стопом работает, смотри-ка ты, а. А здесь вот, да, пошел загрязненный какой-то воздух, еще что-то. Давай мы тогда тебя врубим все-таки, enable. Здесь почти сделали, здесь трубы прокинули. Здесь вот копейки осталось уже просто доделать. И у нас заработает эта тема вся. Я надеюсь, да? Отсюда у нас выход. Вот сюда. Вот так вот. Давай. Так, вот это дотянетесь, не? Так, ну вода сюда зашла. Мне бы вот это вот. Кто бы дотянулся. Или придется вот так вот озадачиться. Похоже, что придется. Здесь, в общем, все сделали. Все вроде бы подключили. Здесь всю еду собрали, которая просто так валялась. И теперь давай мы вот это вот уже доделаем. Вот так вот. У меня еще бегуны постоянно впрягаются. А тут гидрогена как бы много. Копится. Я его как бы тоже использую же для энергии-то. И так стрессует. Кто у нас? Ну, Квинси и два у нас, три стрессовика. Ну, те, кто вот тут в грязюке в этой полазили, те все и стрессуют, ребята. Так, а в чем проблема в чистую воду залезть? Так. Может, это недостаточный приоритет? А, жди, тут вообще девятка приоритета, купеть. Кто-то ты колесо это крутишь. А что вы тут делаете-то вообще? Что-то собирают. Может так? Не? Давайте, надо вот эту штуку-то уже сделать, не? Бегуны, блин, а? Этот что-то вообще бежит и бежит, и бежит, и бежит. Так, ладно, что у нас там, Квинси? Ну, сейчас мы их отправим, конечно, на... Это вообще пешком идет. А что с тобой, Нейл? Чего вам тут-то религия не позволяет доделать, а? Этот... Нейл. Сейчас у меня со скоростухой вообще не то. Ты болезнь какую подхватила, а, чувак? Ты куда полез? Тоже в туалет? Ну, ночные гадители. Гадят они в ночи. Ну, здесь в целом норм. Это можно отключить. Вот это можно бы и доделать, не? Или что вам так вот как-то лестницу прокидывать? По-дебильному. Давайте как-то так я вам прокину лестницу, если это вам поможет. То, походу, что-то ни черта не хотят вот это доделывать.
Аллилуйя! Давай, доделывай. Да, тут воздуха, конечно, беда. Приключилась немножко. Давайте доделайте, я уже от вас остану хотя бы на какое-то время. И отправлю на стресс-снимание, конечно же. Кто у нас там? Квинси и Нейл. Давайте, двое. Квинси. Нейл. Давай, приоритетно вам стрессухи поснимать. Этот у нас какой-то заторможенный. Надо мне дать всех сделать, может ему лечиться надо, не? Ты что тут ходишь или вот как бы... Как бы тупишь. С тобой вообще все норм, нет, парень? По-моему, нет. Так. Да, у нас здесь переработочка заработала. Главное контролировать. Главное, чтобы не начало нас совсем уж люто затоплять. Надо немножечко это контролировать. И вот это надо включить. Ну, переработка грязной воды налажена. У нас ее довольно-таки много. У нас еще эта вода вся есть, как бы. Ну, мы это наперед как бы сделали, чтобы было. И получается проблема, чтобы глубоко зарываться, это, конечно, со стрессом придется писец как бороться. Потому что они тут начинают стрессовать. Но душ нужен. Нужен душ теперь. Следующий наш шаг, надо где-то душ забубенить, потому что иначе никак. И кухню забубенить. Ну, кухню, наверное, здесь сверху сделаем. Тут с водородом беда. Надо еще выше, наверное, прорыть, чтобы... Туда куда-то водород скапливался. Либо в стороны как-то разрыть. Короче, надо тоже что-то придумать. Это вообще у нас затормозок. О, ускорился. Внезапно, причем, ладно. Что-то иногда умеет делать. И вот с LG террариум у нас беда приключилась. У нас LG нет. Наверное, стоит вот это добыть чуток. Причем, наверное, вот так вот. Приоритетно это надо добыть. Так, залезть можешь? Да, вполне. Хотя просто LG-террариуму запустить, те, что у нас как бы работают. Хорошо, на этом же тогда всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся уже в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.